Good afternoon. Is this on? Well, I've been asked to share a personal testimony with you about something that the Lord did at the inspired at the 414 conference in New York in 2010, and it's a real joy to be able to do this. Let me set this up before I share this. This time that we're living in right now, in 2013, is unlike any other. We're in the digital age, and a lot of things are changing. The way that our young people are learning is changing and will continue to change in all countries of the world, and some more than others. And the way that they're communicating with each other and their outside world is also changing. It wasn't that long ago, when you think about it, whereas if a 414er was in school and wanted to learn about a subject they were studying, they might go down to a public library and check out a book about that topic. And when they pulled the book off the shelf and they opened it up, consider that that information was always presented as black text on white pages, because that's all we had. Well, today's 414ers more and more aren't getting information that way. They're going straight to the internet. And consider that when they get that information on that topic of interest, it is always wrapped in color and graphics. You will never find a website in any country in any language that presents information as black text on a white computer screen background. It doesn't exist. Для сьогоднішніх дітей, якщо є просто біла страничка і чорними буквами написана, то то, що вони вже не сприймають як інформацію. Везде повинні бути картинки. И если представитель окна 414 хотят пообщаться с кем-то, человеком, который, например, далеко от них, да? Что мы делали, когда мы были детьми? Мы брали белый лист бумаги и помещали много-много слов на эту страничку. Но сегодняшнее поколение 414, они так больше не делают. Они берут какой-то гаджет, телефон, планшет, и они начинают писать смс. Но они пишут не очень много слов, а пишут очень короткие сообщения. И то, что я вижу и переживаю, это то, что появляется новая форма общения и новый даже язык, который использует наши 414. Это цвет, это картинки, фотографии, намного и очень мало слов. То есть это тот язык, на котором рассказывают. Я работаю в христианском издательстве, которое называется Дэвид С. Кук. Мы основали более 100 лет назад, но на сегодня мы специализируемся на создании евангельских материалов, евангельского содержания для того, чтобы достичь поколения 414. И в печатном виде, и в наш век, конечно же, в электронном цифровом виде. И вот как результат такого вдохновения, которое мы получили в 2010 году в Нью-Йорке, мы начали один проект, который очень имеет на сегодняшний день большую силу для достижения поколения 414 в современном мире. То есть это брошюры, которых много картинок, много цвета и мало текста. И чтобы было понятно, о чем мы говорим, мы каждому из вас раздаем примеры. Это Евангелие, которое рассказано в виде комикса. Ну, это не комиксы. Но почему это выглядит как комиксы? Потому что человек, который рисовал, это художник, он профессиональный художник в этом стиле. Он верующий, он из Бразилии сам. Есть здесь люди из Бразилии? Замечательно.
И вот этот человек берет этот талант, и Божье помазание действует через него. Когда эта книжечка попадает в руки ребенку, ребенок уже не может ни на что другое отвлекаться. Он начинает ее открывать и читать, и несет своим друзьям, знакомым, сам как бы делится этой информацией, этой книжечкой. Мы же сейчас имеем эту книжечку на распространение в 71 стране. И много миллионов копий напечатано. И у вас в наборе две книжечки, вы видите, что они на двух разных языках. И когда начинаете открывать, то вы видите, что они по-разному сделаны, потому что одна английская, а вторая — это для Лаоса. И если на английском там в культуре уже все понимают, как бы более-менее понимание Бога, кто такой Мария, Иосиф. Вот. Но если мы говорим о Лаосе, вы открываете, видите картинки, которые начинаются с того, что объяснить историю сотворения. То есть для вашего языка. Можно подобрать именно то, что как лучше объяснить в вашей культуре. И есть полностью изданная на английском языке так называемая Библия в картинках, которая вот состоит из таких вот комиксов в похожем стиле, как вы видите. Итак, хочу привести несколько свидетельств. Первое, Гватемала. В начале этого года меня попросили из одного служения, которое находится на севере Гватемалы, на границе с Мексикой. Это служение, оно работает в государственных школах. Вот. Они получили эти книги, и они подошли к руководству школ, и они говорят, мы хотим научить детей с помощью этих книг базовым нравственным ценностям. Начальство посмотрело и говорит, ну это похоже на христианство. А люди продолжали объяснять, что, понимаете, базовые ценности, даже нравственные ценности, это как любить друг друга, как радоваться жизни, как уважать друг друга. Ну, просто так получилось, что именно в Иисусе воплощены все эти качества, которым мы хотим научить детей. И вы знаете, удивительно, но им разрешили. И им дали еженедельно 45 минут один урок, и они использовали эти книги для того, чтобы научить детей об Иисусе. И вы можете представить, я встречался с этими людьми, которые преподавали этот курс, и больше 20 человек, учителей, которые просто не могли остановиться, рассказывая свидетельства, как один ребенок, второй, третий, как они, присутствуя на этих уроках, держа эти, читая эти книжечки, они принимали Иисуса. Некоторые дети очень сильно плакали и радовались. На Украине. Есть служение, называется «Духовное возрождение», которое занимается тоже евангелизмом не только на Украине, но по всему бывшему Союзу. Вот, и поэтому мы перевели его не только на украинский, но и на русский язык, и в Молдове на, тоже на молдавский или на румынский. И эти, они заказали 1 миллион копий, разные служения, разные церкви заказывали, брали эти книги для лагерей, для спортивных мероприятий, для евангельских мероприятий. И дело в том, что
этот миллион разошелся настолько быстро, что эти люди через буквально полгода вернулись к нам и сказали, что нам нужно 4 миллиона, и не только на украинском или на русском, но на всех 15 языках бывшего Советского Союза: Казахстан, Киргизстан, Туркменистан. И мы сейчас занимаемся печатью и доработкой этих книг, и дело особенно сильными они оказываются в контексте мусульманской, потому что часть стран бывшего Советского Союза сейчас более мусульманские страны. И они сами с удовольствием читают эти книги, они принимают Иисуса, они приносят эти книги домой. И вот летом нас попросили еще 4 миллиона, поэтому это удивительно, то, что мы можем достигать окно 4.14 в бывшем Советском Союзе. Итак, Ливан. Тоже огромное количество копий было распространено среди населения детей Северной Африки. А в Ливане очень много людей, которые убежали от войны, и поэтому захотели напечатать не только на арабском, но и на языке этих национальностей. И люди раздавали эти книжечки и также эти самарянские подарки. И знаете, что говорили? Что дети не обращали внимания на коробку с подарком, но сразу брали эти книжку, читали с таким удовольствием, что это была большая ценность для них. Итак, Северная Корея, страна, в которой сложнее всего распространять Евангелие. И к нам подошли люди, которые пытаются каким-то образом отправлять литературу в Северную Корею. И они заказали на диалекте Северной Кореи. И что они делают? Дело в том, что они до этого делали, они надувают специальные шары, на которых печатается текст Писания. И ловят попутный ветер и по воздуху отправляют это с Южной Кореи в Северную. И там уже дарят Богу, каким образом они могут, в чьи руки попадут эти книжки. Вы видите, Индия, Индонезия, Лаос, Гана, Южный Судан, Венесуэла. И это распространяется и распространяется. И вы видите, что с обратной стороны, вот эта бумажечка, в которой были эти книжки, там есть адрес сайта, и вы можете связаться с нами, и я хотел бы лично с вами познакомиться, если вам нужно. Вот. И мы специально одели желтые такие футболки, чтобы даже на этом саммите вы могли найти.